Вот, хорошо. Давайте приступим. Давайте возьмем какой-нибудь сайт. Ну, для простоты, например, давайте Википедию поскрепим немножко. Давайте что-нибудь вытащим отсюда. Вот здесь есть какая-то видеоигра. Давайте попробуем вытащить что-нибудь, например, вот из этой таблички. Вообще, вот эти вот таблички – это довольно благодатная такая штука, потому что в разных статьях они могут быть одинаковые, в разных однотипных статьях. Я надеюсь, что рано или поздно люди из Википедии наконец перенесут всю эту информацию в вид нормальной базы данных в Wikidata. Но вот сейчас пока что этот процесс потихоньку, медленно, наверное, идет, но, кажется, недалеко не завершен. Поэтому иногда может быть вполне осмысленная задача, типа взять, там, допустим, все видеоигры и вытащить у них, ну вот, скажем, возрастной рейтинг какой-нибудь. Или еще что-нибудь. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Давайте я начну... Ну хорошо, давайте я начну сначала с более искусственного примера, просто чтобы показать, как все работает. Допустим, так. Нет, это не то. Где у нас новый-то? А, здесь вон. Давай сначала, просто чтобы поэкспериментировать, создадим небольшой HTML-файл и с ним что-нибудь сделаем. И даже не создадим файл, а просто создадим строковую переменную, которая будет выглядеть как HTML-файл. Ну, например... Значит, вот так вот в тройных кавычках обозначаются многострочные строки. Я сейчас создаю строку, которая будет как бы захватывать несколько строчек. Ну и давайте что-нибудь здесь напишем. Ну, например, что-нибудь типа вот такой штуки. Давайте сделаем что-нибудь повеселее. Например... OL, order at list. И, соответственно, дальше идет LE, list item. H1, да. Заголовок первого уровня. Ну, вот что-нибудь в таком роде. Ой, HTML забыл правильно закрыть. Все что угодно, да. Главное, чтобы синтаксис соблюдался. То есть вот здесь должна быть кавычка, здесь она должна закрыться. Допустимо, да.
То есть, в отличие от Python, HTML совершенно не чувствителен ко всяким отступам, и поэтому отступы можно делать так, как нам больше нравится. HTML также рассматривает серии из нескольких пробелов как один пробел. Вот, давайте посмотрим на то, как эта штука выглядит, когда мы ее... с помощью вот этой команды я могу просто просмотреть, попросить браузер отобразить этот HTML-код так, как этот браузер должен его, по идее, показывать. Соответственно, здесь можно увидеть, что у нас возникает заголовок и возникает, значит, вот этот тег OL означает order at least, упорядоченный список. А вот эти теги li означают list item, элемент списка. Соответственно, мы сделали упорядоченный список с тремя элементами. В первом просто текст, во втором текст, а потом ссылка, в третьем тоже текст и тоже ссылка. Ну вот видно, как это все отображается. Так, как ожидалось. Надо в другом месте поставить. Как получается, отображается такая штука. Хорошо. А теперь я хочу делать какие-то запросы к этому документу. Например, я хочу найти все ссылки, все теги A. Как это можно было бы делать? С одной стороны, есть наивный подход. Он состоит в том, чтобы просто рассматривать вот эту штуку как просто такую длинную строку, и работать с ней методами строк. Мы знаем, что там у строк есть, допустим, метод find, который позволяет найти подстроку в строке. Есть разные другие инструменты, которые позволяют работать со строками. Но в данном случае так не нужно делать. В данном случае нужно скормить вот эту длинную строку, скормить ее так называемому HTML-парсеру, который превратит этот документ вот в такое вот дерево, как у меня было нарисовано. А после того, как он это сделает, мы можем к этому дереву задавать уже запросы не в терминах символов строки, не в терминах, допустим, подстроки в строке, а в терминах тегов. Давайте это сделаем. Мне для этого понадобится библиотечка, которая называется Beautiful Soul. Нет, которая у меня не установлена. У вас должна быть установлена. Сейчас я скажу. From base4 import beautiful soul. Вот такая команда должна быть. У меня сейчас не заработает, но ничего страшного. Сейчас поставим. Все, теперь работает. Нет, у вас должно работать, потому что в анаконду он входит. Какую он ошибку выдает? Дайте посмотрим. Нет, invalid syntax. From BS4 import beautiful soul.
Дальше план такой. Ну хорошо. Но это возможно, да, это не страшно. HTML не обращает внимания на отступы. Итак, смотрите, что у нас тут такое получилось. Вот у нас была строчка, вот этот HTML, это изначально строка. Вот мы ее создали здесь. Теперь мы эту строку скормили вот этой функцией BeautifulSoul. И вторым аргументом мы скормили LXML, но это просто, чтобы он не ругался. Это название парсера, который будет использоваться. У всех, у кого стоит Anaconda, стоит LXML. И чтобы он не ругался на тему того, что он не может выбрать правильный парсер, его можно явно подсказать. Хотя и даже если эту строчку сейчас не указывать, все равно заработает. После того, как вот эта строчка выполнилась, вот в этом объекте оказывается штука, которая на первый взгляд похожа на строку, вот если ее просто так напечатать, но она выглядит просто практически как строка исходная. Но на самом деле это не просто так строка, а это некоторый специальный объект. А объект, который, собственно говоря, так и называется BeautifulSoul, если мы попросим от него тип, то вот BS4 BeautifulSoul. И к этому объекту можно делать всякие запросы. Например, можно попросить найти первый тег H1. Пожалуйста. Вот он, первый тег H1. Первый. Сейчас скажу про все. Можно попросить найти первый тег OL. Весь тег OL со всеми внутренностями. Можно попросить найти первый тег A. Вот он. Как видите, ему более-менее все равно, где искать. То есть, несмотря на то, что у нас тег A находится по вот этой иерархии, тег A находится далеко не в корне, он является тегом, который вложен в тег LA, и который вложен в тег OL, который вложен в body, который вложен в HTML. Тем не менее, мы его просто находим вот таким запросом. Просто найти первый тег А, какой есть в документе. Если что, ищем? Значит, если вы используете точка .find, то он выводит только первый тег. Что здесь? Нет такого тега. LE, наверное, вы имеете в виду. Пожалуйста, первый тег LE. Да, значит, чтобы вывести все теги, можно использовать, например, вот такую штуку. А find all, как видите, возвращает нам список. Видите квадратные скобки? Список, состоящий из тегов. Вот в данном случае, я могу посмотреть... Давайте я как-нибудь... Его обзову, можно посмотреть, во-первых, тип. Значит, это некоторая штука под названием ResultSet, но ведет она себя примерно как список. Например, у него есть длина.
три элемента. Например, элемент с индексом 1. Это наша вторая, второй элемент LE. Давайте еще одну штуку посмотрим. Допустим, я хочу взять тег А. Вот у этого тега А, который мы нашли, у него есть атрибут href. Это то, куда наша ссылка будет вести. Если я хочу получить содержимое этого атрибута, то есть вот эту строчку, то мне нужно сделать вот так. Обратиться к тегу все равно, что к словарю. Получается ровно эта строчка. Ну хорошо. Я рассказал вам достаточно, чтобы дать вам такую задачку. Почему ты пишешь, что либо синтезис смотри? Сейчас я подойду, посмотрю. Ага, давайте я сформулирую задачу. Задача вывести все адреса, на которые есть ссылки в документе. То есть я хочу, чтобы мне вывели в конечном итоге вот эту ссылку и вот эту ссылку для данного документа. Вот этот адрес и вот этот адрес. Понятна задача? Понятно, что я хочу сделать? Значит, собственно говоря, все, что нужно для этого, я сказал. Я сказал, как найти все элементы, которые соответствуют заданному тегу, тегу с заданным названием. И я сказал, как обратиться к атрибуту данного тега. Так, давайте я отвечу на вопросы. Нет, зависит от того, что вы хотите. Можете посмотреть разницу с моим кодом. Вот эта штука? Это просто такая многострочная строка. Вот это? Да-да-да, но HRF, вот эти вот две строчки с ссылками, они абсолютно одинаковые. Конечно, одинаковые, да. А что вас смущает? Это... А вот то, что у меня почему-то одна зовут две и вываливается, и спросили, почему, что именно я хочу делать. Да, но... У вас тоже нет разницы такой? И у меня нет разницы. Нет, разница только в том, что я по-другому запрашиваю. Разница в том, что у меня здесь написано find, а у вас find all. Я прошу вывести мне первую ссылку, потом вот этой первой ссылки беру HRF. Все, 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 спасибо.
Да, то есть я хочу все атрибуты HREF всех тегов А. Ну, нет, даже давай сначала просто выведем их на экран. Скачать мы потом скачаю. Не все сразу. Нет, так не можем. Так не можем. Мы можем обращаться к конкретным тегам. HREF – это атрибут тега. Это атрибут тега А. А нам нужно именно попросить теги А, а потом от всех этих тегов А взять HREF. Так, скроллим. Как вы видели вообще чистый адрес? Ну так. А, все, да. Ну, вы можете его потом принт сделать. Сейчас у меня. Главная магия, которая позволяет нам искать по тегам, обращаться к их атрибутам и так далее, это вот эта вот магическая команда.
она как раз превращает текст из строчки, которая состоит из символов, в вот такое вот дерево тегов. Вот здесь вот это был просто текст, а вот эта штука, это уже распарсенный HTML документ. Но нет, вот все, что вы делаете с объектом soap. Но он превращает в некоторый специальный объект, а, ну, как бы, правильный способ о нем думать, это он превращает его вот в такое дерево. То есть он понимает, где какие теги, он понимает, как они называются, и он умеет по всему этому делу искать. Я понимаю, что сейчас я получил. Ну, конечно, потому что вы ровно эту команду даете. Вот я здесь не просто пишу, я здесь пишу не html.find, а soap.find. Ищет по тегам, да? Ищет по тегам, да. Так, ну хорошо. Давайте еще вопросы по этой задаче. Так, хорошо. Давайте я покажу, как эта задача решается. Но решается она как-нибудь так. For I in soap find all a, print a region. Значит, вот эта вот штука, она возвращает, грубо говоря, список. Список тегов A. Дальше мы от каждого из этих тегов берем его атрибут HR. Узел дерева – это сам тег A. А вот у тега А, помимо его внутренности, есть еще, он меня здесь не нарисовал, например, у тега А есть еще навешанные, это как бы не его потомки, а это некоторая дополнительно навешанная на него информация, а именно список тегов, список атрибутов. Ну и вот как раз эти атрибуты мы получаем с помощью вот этих вот квадратов. Он не список на самом деле, он, грубо говоря, слова, потому что у каждого атрибута есть название. И атрибут с данным названием... Но они относятся к описи. Но это не листья, это скорее листья, это вот потомки.
данной штуки. А эта штука, это просто то, что навешено. Это как бы некая метка, которая приделана к дереву, к углу дерева. Мы точно так же могли бы сделать, если бы более старший узел при своде А, да? И точно так же искали бы еще реку, все равно бы Нет. Ну, давайте попробуем, значит. Вы предлагаете сделать какую-нибудь такую штуку. Например, возьмем вот этот... Нет, не допустим, не LI. Допустим, возьмем второй LI. Вот, ой. Возьмем вот такую штуку. Да. Вот если я сейчас от него попробую взять href, то ничего не получится. Потому что у этого тега LI никакого href нет. Если бы он был, то он был бы написан вот здесь. А есть тег, а есть а у тега, вот у этого тега А есть HREF. Да, именно так, да. Именно так, да. Как бы вот тег начинается вот здесь. Это как бы описание соответствующего тега. А, хорошо. Давайте немножко усложним задачу. Давайте я переделаю этот документ. Допустим, так. Нет. Давайте не так, давайте вот так. Значит, я изменил мой документ следующим образом. Я добавил сюда вот такой тег P, внутри которого есть тоже A. А второе действие, которое я сделал, это я добавил вот такую штуку. Да, вот да, вот здесь закрывается. Давайте я отступы сделаю, чтобы было видно, где что закрывается. Значит, тег устроен так. Открывающая угловая скобка, имя тега. После этого, если есть атрибуты, то они записываются в виде ключа равно значения. После этого закрывающая угловая скобка. Значит, новая задача, а ответ такой же, как раньше. Но просто входные данные другие. Значит, теперь я хочу не все ссылки во всем документе, а я хочу только те ссылки, которые находятся внутри тега OL. Давайте, прежде чем вы начнете эту задачу решать, давайте я покажу такую вещь. Давайте я еще раз сделаю beautiful soul.html.xml.
Вот, да, да, вот он теперь вот этот текст преобразует в специальный формат. Смотрите, значит, вот эта штука, это тег. Но внутри тега тоже можно искать. То есть можно сделать вот так. Значит, вывести все адреса, на которые есть ссылки в документы, встречающиеся внутри тега OL. То есть ответ, на самом деле, должен быть ровно такой же, как был в прошлый раз. Но я добавил некоторых усложнений в документ. В тегах P нам не нужно. То есть это логика какая? В тегах P мы ищем то, что соответствует тегам A. Нет, значит, вот смотрите, это я имею в виду следующее. Вот у меня сейчас есть ссылки, которые находятся внутри вот этого тега P. Да. А тег P обозначает абзац, параграф. А есть ссылки, которые находятся внутри тега OL. А ссылки, которые находятся внутри тега P, меня не интересуют. Меня интересуют только ссылки, которые находятся внутри тега OL. И от них я хочу взять, опять же, вот такую штуку. А вот здесь я показывал похожий пример, а именно я взял тег P и внутри этого тега P нашел тег A. Начну в какой-то момент переделали документ. У вас... значит, у вас есть P. Давайте проверим, что у нас есть. Если у вас внутри этого тега P... По-моему, у вас тут кавычек многовато. Добавил лишние кавычки. Не должны находить, потому что у нее нет никакого HREF. Да, на самом деле я, конечно, немножко недосказал. Другое слово. Скрыл. Да. Да, можно, конечно, использовать поиск исключений, да, но можно сделать более явным. Во-первых, можно проверить, точно так же, как в словарях, можно проверить, правда ли, что... нет, нельзя проверить. Ну и ладно. Тогда можно сделать по-другому. Давайте я покажу. Вот такая штука работает так же, как со словарями. Если такой атрибут найден, то он будет возвращен, его значение будет возвращено. Если этот атрибут не найден, то будет возвращен нам. Значит, это аналог HREF.
Так, ну что, получается? Невозможно ответить на вопрос, потому что я вам вопрос. Ну, можно уже отвечать, если надо. Нам появляется ровно потому, что, вот как сказано, если у вас нет атрибута HREF внутри A, то тогда вот этот get вернет none. Этим как раз он отличается от просто квадратной скобы. Если вы хотите в итоге получить список, то можете ответить. Но я в данный момент хотел просто получить по сначала. Просто вывести все ответы.
Так. Давайте еще вопросы. Угу. Так, ну хорошо, давайте я покажу, как можно было бы это сделать. Значит, первая попытка. Что будет? Да, потому что у нас есть тег А, у которого нет никакого HREF. Вот он, этот тег А, я его сам сделал. Если у вас вдруг такой код работает, это означает, что вы работаете со старой версией документа, где не было вот этого дополнительного тега А. Проверьте, что вы выполнили вот эту команду, которая создает эту штуку, и еще раз выполнили вот эту команду, которая создает объект SOAP уже из нового HTML. Соответственно, чтобы он не выдавал ошибку, можно использовать, например, get. Get, как я уже сказал, является аналогом квадратных скобок, но только он выдает none, если такой атрибут не найден. Можно было бы сделать так. Допустим, я не хочу этот none печатать. Можно было бы сделать вот так. Значит, сравнение с объектом, который называется none, обычно проводится вот таким образом. Я не очень хочу углубляться в вопрос о том, что такое вот этот is not. Это не то же самое, что вот так. Но работает. Значит, если вы как бы... Правило такое, если вы сравниваете с none, сравнивайте с помощью is или, соответственно, is not. Не буду сейчас подробно объяснять, почему так, и не буду объяснять, в каких других ситуациях нужно использовать этот синтаксис. Значит, сомневаетесь, используйте лучше равно-равно или, соответственно, дискретный знак равно, когда сравниваете что-то с чем-то. Но сравнение с none делается обычно таким образом. Даже в других задачах. Да. В принципе, можно было бы написать вообще вот так. Вот так. В данном случае мы как бы никакого условия не проверяем, но мы проверяем условие, что вот эта штука не является пустой. Но опять же, сейчас можно на эту тему не слишком сильно заморачиваться. Можно думать про вот такой пример. None — это всегда false. None — это всегда false, да. Ну, правда, пустая строка — это тоже false. Поэтому если вы здесь получите вдруг атрибут, у которого будет пустая строка, то вот эти два кода будут работать по-разному. Как, понятен ли этот код? Хорошо, давайте я сейчас напишу короткую версию того же кода. Можно было бы написать так.
ну и так далее. Значит, вот так через точку можно обращаться к тегам, и это аналог find. Вот так через круглые скобки можно обращаться к тегам, и это аналог find all. Например. Но это просто позволяет немножко сэкономить нажатие на кнопки. С содержательной точки зрения это все то же самое. Еще одна вещь. Допустим, мы хотим получить вот этот текст. Текст, который является содержимым тега. Это можно сделать вот так. Ну, давайте я буду писать. Ну, вот, собственно говоря, строку, которая является потомком тега, данного тега. Вопрос, что будет вот здесь? Здесь, на самом деле, none. Эта штука возвращает none. Почему она возвращает none? Но дело в том, что вот у этого тега p больше, чем один потомок. И поэтому не совсем понятно, что возвращать. Есть разные способы, что можно с этим сделать. Как бы string работает в том случае, если у тега единственный потомок есть. А если у тега есть не единственный потомок, тогда можно использовать, например, вот такую штуку. Он получает, так сказать, строковое содержимое тега с учетом всех вложенных тегов. То есть он делает так. Вот он берет этот тег p, берет вот этот текст, дальше берет вот этот тег a, у него берет текст. И так далее. Если бы у этого тега А тоже было еще что-то вложено, он бы этот текст тоже бы взял и потом просто склеивает из них одну строчку.
Все что? Это возможно, зависит от того, как она у тебя была написана. А, просто я в какой-то момент сделал ее вот такой. Значит, как бы на самом деле в HTML все вот эти вот переносы строк, пробелы и так далее, они все, в принципе, сохраняются, их можно вытащить. А, то есть вот здесь на самом деле внутри тега P сначала идет символ переноса строки, вот он. Потом идут несколько пробелов. А, сам по себе, ну там, в самом по себе HTML все такие штуки игнорируются, потому что то есть они записываются, но когда браузер отображает HTML-страницу, он там все символы переноса строк считает пробелами, все серии пробелов он считает одним пробелом и так далее. То есть его это не волнует. Но здесь видно, что все эти штуки на самом деле сохраняются. На самом деле, вот так можно явно попросить выдать список всех потомков данного тега. Точнее, всех непосредственных детей данного тега. То есть, все теги, которые вложены в данный тег, вот таким образом мы получаем. У нас в данном случае у тега P есть три потомка. Точнее, ну там, три непосредственных потомка, три ребенка. Первый – это вот такая строчка. А второй – это вот такой тег. А третий – это строчка, в которой написан только символ переноса строки. Кстати, интересно. А, вот так тоже можно. Интересно. Вот так можно? Будет. У меня тоже будет, да, потому что он считает, что это... Ну, короче, видимо это нужно делать вот так. Да, зато можно перебирать. Хорошо. А, давайте еще поговорим про следующую вещь. А, допустим, что я хочу теперь, вооружившись всеми этими знаниями... Ну хорошо, давайте, вооружившись всеми этими знаниями, мы решим такую задачу. Значит, короче говоря, я хочу такую вещь. Создать список двухэлементных кортежей, содержащий все ссылки в документе. Первый элемент кортежа – текст ссылки, второй – адрес. Да, то есть я хочу какую-то такую штуку. Значит, ну вот у меня, что у меня тут есть? У меня все начинается вот отсюда, и я хочу... Вот у меня здесь есть сам линк. А второе масса всей инфо. Потом у меня идет вторая ссылка, что там было. Вот это empty link. Значит, пусть она идет empty link, а здесь пусть будет none. Ну и так далее.
Понятно, что хочется сделать? Угу, да. Ну вот, вот пример показан. Так сказать, я не закончил этот список, но вот первые два элемента я выписал. Да, ну. Ну как?
Как получается? У вас сначала делается. Так, ну хорошо, давайте я покажу, как это можно было бы сделать. Я опять же покажу решение в двух стилях. Сначала в стиле без list comprehension, а потом с list comprehension. Без. Значит, чего мы хотим? Все ссылки в документе. For all in salt A. Значит, мы хотим создать список. Давайте как-нибудь его назову, что называется links. Я хочу приопендить. Кого я хочу приопендить? Приопендить я хочу... Кого? Но я хочу приопендить не текст. Для начала. Кого я хочу приопендить? Какого типа объекта я хочу приопендить? Значит, я хочу приопендить кортежек, да. Кортежки создаются с помощью круглых скобок, например. Дальше. Что является первым элементом этого кортежа? Ну да, или string. А вторым элементом? Ну да, например, так. Ну и все, собственно говоря. Это старый стиль, теперь новый стиль. Ну, собственно говоря, просто переписываю этот код. Вот эту штуку копирую в начало. Вот этот for копирую в конец. Все.
Вот то, что нужно, мы получили. Теперь я могу, например, сделать что-нибудь такое. Вот в этом вот варианте, как он понимает это сразу по умолчанию, что этот документ весь надо смотреть? Я в качестве, так сказать, в качестве того объекта, в котором я осуществляю поиск, использую SOAP. Да. SOAP – это весь документ в данном случае. Ну, потому что SOAP – это то, что получилось… это то, что получилось вот благодаря такой команде. Это весь документ. Дальше можно работать со всем этим делом просто как с датафреймом. Ну, вот так вот. Давайте на этой радостной ноте сделаем 10-минутный перерыв, продолжим без
Сначала индикатор строки, запятая, и индикатор строки. И если вы пишете точку log,
квадратных скобках человек, то это что-нибудь рассматривается как идентификатор строки. Да. И если вы хотите идентификатор скобка, то вам нужно поставить двоеточие, запятая, что-нибудь. Это идентификатор скобка. Можно просто квадратный скобка. Мне кажется, ты изучала этот подход, вот, и там есть метод add. Очень важный ячейки. Мне кажется, что нужно сначала сделать, чтобы у нас индекс строк был рассеять. Вы так хотите. Я имел в виду более простой подход. Я имел в виду, что мы просто делаем выборку. То есть, значит, выбираем все строчки, у которых классный такой подсказан, а сейчас нам такой подсказан. Делается просто, ну, вот, с помощью выбора по условиям. Такое условие, да, так условием является типа df last name last name. Угу. После этого в том, что получилось, выбрать нужно строиться. А, нет, так не работает. Что такое? Сейчас. Так, что здесь происходит на первом строчке? Мы только пытались сделать расцепление. Да, еще расцепление, все не надо, что происходит. Это такой df.index. По идее, нужен какой-то состав. По идее, вы хотите создать новый столбец, чтобы содержимое этого нового столбца. Лекции, пожалуйста, мы можем, если вы слышите, то есть мы делаем Да, но это совсем другая история. Да, я понял идею. Это совсем другая история, и это не работает. Более того, даже если можно было, непонятно, что вы здесь делаете. Вы хотите поменять индекс, который есть у него построен, или что вы здесь делаете? Да, но здесь индекс не один, получается, у вас. Я хочу, чтобы просто... Сейчас, ну вот, смотрите, то, что у вас... Вот это и вот это конкретное имя, конкретная фамилия, которая будет передана функцией. Mm-hmm. Это, так сказать, не столбцы вашего датафрейма, это конкретная строчка имя, какая-то строчка фамилии. Поэтому вот эта команда, она не могла быть правильной даже по желанию этого работы. Mm-hmm. Mm-hmm. Но, я думаю, что вы хотите сделать следующее. Вы хотите создать новую колонку, которая является концентрацией двух старых, после этого вот эту новую колонку обновить индекс. Да. Значит, во-первых, создать новую колонку нужно тем, с помощью того синтеза, который создает новые колонки. Например, это df, квадратный скобка, название которого равняется колонке. Дальше равняется той колонке, которая нужна. Во-вторых, для того, чтобы объявить что-то индексом, можно использовать сет индекс, например. Или можно использовать точку индекс, равняется. Но так это точно не работает. Смотрите, общий комментарий. Не пытайтесь написать две строчки, если вы не уверены в том, что первый из них сработает как надо. Вы всегда можете проверить, правильно ли работает любая строчка, если написана правильно. Вам просто нужно перед этой строчкой написать то состояние, в котором... Ну вот, допустим, в данном случае, как работает эта функция, она входит, получает датафрейм. Вот вы можете создать вот такой фейковый датафрейм, и попробовать с этим датафреймом прогнать эту самую вашу первую строчку, которую вы хотели написать. Если первая строчка не сработает, остальные писать бессмысленно. А здесь нужно делать запросы, ну вот типа, когда вы пишете квадратный скоб, в этих квадратных скобках пишете запрос. Запрос на вида, какой столбец равняется чему-нибудь. Thank you.
Ну хорошо, если почти. Вот я сейчас открою. Хорошо, можно поменять, можно поменять модель с точки зрения. Так, хорошо, продолжаем. Давайте возьмем чего-нибудь настоящего, а перейдем от игрушечных примеров к реальным. А именно, давайте вернемся к Википедии. Вот она. И, допустим, что я хочу вытаскивать возрастные рейтинги разных фильмов. А как бы это так сделать? А давайте я сделаю такую штуку. Значит, давайте сделаю покрупнее, чтобы было всем видно. А, смотрите, в большинстве браузеров есть такая функция. Она может по-разному называться. Вот у меня она называется Inspect Element. Если вы используете Safari, то у вас эта функция может быть по умолчанию недоступна, и ее нужно включить. А для этого нужно включить Developer Tools. Это где-то там в настройках делается. Сейчас я покажу, что он делает. Значит, она позволяет просмотреть код, и более того, она позволяет просмотреть конкретное место в коде. Задали, что раньше. Так, что-то на меня задумалось. Ну, что-нибудь в этом роде, да. Там, она в разных браузерах по-разному называется, но я говорю, если используете Safari, то вам нужно, во-первых, включить инструменты разработчика. Иначе он просто не будет выводить этого меню. Так, почему оно зависло? Да. Инспектор. Во. Ура. Значит, смотрите, вот то, что у меня сейчас отобразилось. Это как раз мой HTML-документ, но только вот некоторые теги в нем просто вот так вот свернуты, их можно разворачивать. И самое главное, что я таким образом могу с помощью вот этого инструмента, инспектора, смотреть на тот код, который соответствует конкретному месту на странице. Я, по-моему, сейчас пока показываю вот эту штуку. А как, получилось вот такую штуку вызвать? Отлично. Вот, и здесь есть какая-нибудь вот такая вот мишенька, которая позволяет как раз тыкать в конкретные элементы, и для этих элементов получать соответствующий кусочек кода. А теперь можно посмотреть, где находится этот элемент, который нам нужен внутри нашего дерева. Но вот видно, что он находится внутри, значит, вот эта строчка. Она называется, значит, все строчки таблицы называются TR, Table Row. Соответственно, вот эта Table Row состоит из двух элементов. TH – это вот эта вот штука. И TD – это вот эта штука. Значит, обычно TH – это заголовочные ячейки, они могут быть заголовочными, так сказать, по горизонтали, названиями столбцов, могут быть заголовочными по строчкам, так сказать, названием строки. Но, с другой стороны, разработчик веб-страницы может и не использовать TH, а просто писать везде TD.
Значит, видно, что это строка. И давайте поднимемся наверх. Эта строка находится внутри таблицы. И у этой таблицы есть класс. Класс называется InfoBox. Наличие класса нам очень сильно поможет. Потому что, значит, вот этот атрибут класс, он показывает, как бы, какого типа этот тег. Потому что понятно, что на странице могут быть разные таблицы, которые могут иметь разный смысл. Вот в Википедии есть специальные таблицы, которые называются инфобоксами. Это вот эти вот карточки, которые можно найти справа наверху обычно на странице. И мы уже точно знаем, что нас интересует именно эта таблица, а не какая-нибудь другая. Ну, хорошо, я это знаю, потому что я знаю, как Википедия устроена. А вы это можете узнать, так сказать, посмотрев внимательно на код и увидев, что никаких других элементов с классом InfoBox у нас нет. Таким образом, наш план теперь состоит в том, чтобы найти в нашем HTML-документе таблицу с классом InfoBox, и после этого в этой таблице найти, ну, собственно говоря, ровно вот эту строчку с возрастными рейтингами. Теоретически я могу просто посчитать, какая эта строчка по счету, но это плохая идея, потому что мы хотим сделать код, который был более или менее универсален. Ну, по крайней мере, в масштабах статей про видеоигры в Википедии. Например, я хочу получать эту информацию про разные видеоигры, и количество строчек вот в такого типа таблицы могут быть разные. Потому что где-то вот есть, например, вот эта строчка Data Announce, а в другой версии нет такой строчки. И у вас уже нумерация сразу же поплыла. Поэтому опираться на нумерацию обычно опасно. А зато можно опираться просто на тот текст, который здесь написан. Просто найти строчку, у которой текст вот здесь называется возрастные рейтинги. Но прежде чем мы сможем это сделать, нам нужно для начала как-то скачать содержимое этой страницы. Теоретически, конечно, можно было сделать это вручную, типа файл сохранить как и так далее. Но мы пойдем другим путем. Мы скачаем ее просто средствами Python. Делается это так. Значит, мне нужна новая библиотека, которая называется Requests. И она у вас тоже, опять же, скорее всего, уже установлена. И я делаю get-запрос. Это такой же запрос, который делает ваш браузер, когда вы вводите адрес в адресную строку или кликаете по ссылке. И можно посмотреть, что нам вернул сервер. Сервер нам вернул response 200. 200 – это хорошо. Ну вот если бы я здесь бы написал бы какую-нибудь ерунду, то он бы мне вернул что-нибудь вот такое. Вот это число, которое здесь пишется, это код ответа. Соответственно, 200 это означает, что все хорошо. А, например, 404 это ошибка типа файл не найден. Теперь можно посмотреть, что же у нас такое скачалось. Можно, значит, то, что скачалось, находится в переменной текст. Но всю эту страничку я сейчас не хочу отображать. Давайте посмотрим на первые, скажем, 100 символов этой таблички, просто чтобы посмотреть, что там что-то разумное. Ну, хорошо, давайте 300. Проверьте, что у вас ячейка имеет тип код. Cell type code. Вот видно то, что нам вернулось, это действительно какой-то HTML. Ну, отлично. Давайте мы этот HTML скормим Beautiful Soul-ку.
Это название парсера, которое я использую. Да потому что Beautiful Soap — это просто такая обертка, которая делает какой-то симпатичный, как бы, делает чуть проще работу с самим себе парсером. Непосредственно парсингом, то есть преобразованием HTML текста в вот такую вот древовидную структуру, занимается другая, так сказать, другая программка. Причем их бывают разные, эти парсеры, они бывают разными. Я здесь пишу LXML, потому что этот парсер у меня установлен, и он в данном случае самый быстрый. Если здесь не написать ничего, то Beautiful Soap будет ругаться. Он ругается на тему того, что, в общем-то, ничего страшного, но поскольку парсеры могут работать немножко по-разному, вот эта строчка может на другой системе, на которой установлен другой парсер, может работать немножко по-другому. Чтобы сделать ее поведение более предсказуемой, я явно указываю парсер, который использую. Итак, значит, чего мы решили? Что мы хотим от этого документа? Мы хотим найти там, я напомню, табличку с классом InfoBox. Можно сделать такой запрос. Ну и давайте просто find. Значит, первый аргумент — это название тега, который я хочу. Это то же самое, что и было раньше. Но вот это явно не то, что мы хотим. Это не та таблица, которую мы хотим. Это просто первая таблица, какая встретилась. А нам нужна таблица с классом InfoBox. Ну вот, можно вторым параметром явно указать, что мы хотим, чтобы класс был InfoBox. Значит, здесь после слова класс я пишу нижнее подчеркивание, потому что само слово класс имеет специальный смысл в Питоне. Собственно говоря, в Питоне есть объектно-ориентированное программирование и классы. Есть ключевое слово класс служит для создания классов. И если бы я написал так, то это была бы синтаксическая ошибка. Поэтому разработчики этой библиотеки предложили такой способ обойти эту проблему. Они назвали соответствующее поле вот таким вот классом с нижним подчеркиванием. Это не какое-то общее правило, но в данном случае вот разработчики библиотеки сделали такую упрощалку. И видно, что я получил ровно ту табличку, которая мне нужна. Значит, что мы там хотели? Мы хотим строку, в которой написано возрастные рейтинги, это называется. Теперь у нас вот такая задача. Понятно, что я хочу сделать? Значит, у меня есть таблица. Таблица состоит из строк. В данном случае в этой таблице будут встречаться строки, в которых есть теги th и td. Меня интересует такая строка, в которой в th есть текст «возрастные рейтинги». Вот этой строки меня интересует содержимое TD. Саму таблицу мы уже нашли. Опять же, это тип Beautiful Soap-овский тег, внутри которого мы можем искать с помощью тех же инструментов, с помощью которого мы искали раньше. Ну вот, можно это куда-нибудь сохранить. Допустим, InfoBox. И вот теперь внутри InfoBox я могу тоже делать поиск. InfoBox, find all, тра-та-та.
как сначала, а потом вывести ячейку ТД. Угу. Ну, мы хотим выбрать строчку, ориентируясь на то, что в этой строчке записано в TH, а вывести мы хотим, так сказать, второй столбец этой строчки, то, что написано внутри TD. Это